Сегодня пришел на Храмовый пруд. Сегодня у нас 5 мая 2024 год. Вот. Сейчас посмотрим здесь обстановку. Как что здесь. Сегодня ночью было пасхальное богослужение. Господа прославили за чудное его воскресенье. И смотрю, уже есть работа чья-то. Почерк называется чей-то. Вот он. Это уже витаминчики тут растут, я смотрю. Двухдонная крапива. Говорят, очень полезная. Так. Вот он. Какие у него большие зубчики. Точит, старается. Вода чистая весной, незамутненная. Посмотрим дальше. О, опять он самый бобер. Это уже свежее. Ну, здесь вот только пока завал. Сами по себе деревья гниют. Дальше смотрим. Вот там тоже подгрязина маленькая. Вот вот тропы. Хорошие, натоптанные уже. Вот он уходит и там занимается своим делом тоже. Во! Вот еще одна работа. Старается. Зубки чешутся у него, видимо. Хочет ням-ням свежатины. Это ветла. Дерево такое называется. Видно, что вот внизу он тоже работает. Он маленький, точит. Там он большое дерево. Тоже кору снимает с него. Тут все для него, все условия. Еда есть, вода есть. Ешь не хочу, размножайся. Вот он даже маленький грызет. Видимо, очень вкусное. У нас до этого были холода, снег лежал. Дожди шли потом. Но я не ходил, не снимал эти пруды. Только вот сейчас вышел. Вон там что-то круги расходятся. Это плыло, видимо. Ну тут, слава богу, потихонечку подтекает, но не размыто нигде ничто. Так что по милости Божьей этот пруд сохранился. Все тут хорошо. Здесь все утекает потихонечку. Это вот тут черемушка растет. Это вот кора черемухи. Тут вот сосенки, кто-то из птиц, или как, я не знаю, как они сюда попали, семена. Тут у нас сосен-то нету, сосен. Вот. Ну там так и было, вот под низом размыто еще с того года, или позатого. Стоит, слава богу. Вот тут вода шла, вот так вот. Шла и туда уходила. Ну вот так вот. А там уже лагерный пруд вдалеке. То есть они недалеко друг от друга находятся. Несколько сот метров всего.
Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.